Все. Дай Бог, что случится, и вас всех избегать. Наталья Николаевна, инвалидность у вас имеется? Я думаю, что она вас даже не слышит сейчас. В таком состоянии. Наталья Николаевна. Подождите скорой, приедет, приедет. Все очень нормально. Чувствует тревогу. Наталья Николаевна. Вы слышите меня? А? Слышите? Попейте водички, пожалуйста. Платок уберите, дышите ровно, пожалуйста. Освободите дыхательные пути. Освободите, пожалуйста, маме, дыхательные пути здесь. У меня освобождены дыхательные пути. Освободите его. Попейте водички, попейте. Просто воды попейте. Руки в расслабленном состоянии положите. Повернитесь, пожалуйста, вот сюда. Расслабьтесь полностью. Вот. Все. Сейчас мы заканчиваем оформление материала. Вы собираетесь с мужем, едете, вас увезут. Подождите, скорая приедет, я чувствую, что это будет. Скорая приедет, увозит. Я в больницу поехал. Хорошо, беда. Поедем в больницу оформляться. Видите, она не в состоянии даже ответить на вопросы. Я сейчас все оформляю. Она даже не в состоянии на вопросы ответить. А что случилось? Я откуда знаю, что это произошло, пока дверь была закрыта. Ну, в обморок упала. Ну, в обморок упала. Видите, какие чувства она пришла? Ее трясет все. Но она же слышит, все понимает. Она ответила хоть что-нибудь. Она хоть что-нибудь сказала. Вы знаете свою хорошо? Я знаю свою маму хорошо. Первый раз такое с ней происходит. Первый раз в жизни такое происходит. Ну подождите, скорая приедет, если приведет ее в чувство. Вот. Скорая приедет, в чувство ее приведет. И она вас выслушает и ответит на ваши вопросы. Что надо дышать свободно, не закрывать себе рот. Должен кислород поступать. Объясните? Он поступает. Вы можете объяснить или будете стоять, упершись вот так? Я вам объясняю, потому что у меня есть навыки первой медицинской помощи. При пострадавших руки, ноги опрывают. Закрывайте рот руком, а дышите. Не просто трясет от того, что вы видите, а не стресс. Вот обнимите, пожалуйста, маму. Обнимите, вместо того, чтобы стоять в одной руке, телефон держать. Я обнимаю ее. Вот, вот и обнимите. И держу. Вот, и держите, и обнимите. А то снимать мы гораздо все. Да? Все обязательно, обязательно, потому что все, ты же потом докажешь вам. Все, вот, снимайте. Правильно? Скажите маме, чтобы она дышала ровно. Она дышит ровно, она старается. Она старается. Вы откуда объясните? Знаете об ее состоянии? Объясните, покажите, как это надо. Она слышит. Она я уверен, слышит. Что она вы слышит. Сказали только, что она меня не слышит, а вас слышит? Она сказала, я говорю, она сказать вам ничего не может. Вы сказали, что она не слышит меня. Недавно вы сами сказали. Наталья Николаевна, вы слышите меня? Наталья Николаевна, дышите ровно. Старайтесь. Рот открывайте, ртом дышите. До конца. Никаких резких, ни носом, а ртом. Резко не старайтесь вдыхать. Вот, вот, правильно. Несколько глубоких вдохов ртом. Вдыхаете ртом, выдыхаете носом. Носом старайтесь выдыхать. Закрывайте рот, выдыхайте носом. Вот скорая приехала, вы переживали. Скорая. Здравствуйте. Что случилось? Не знаем, мы за дверью стояли, она упала. Стояла, жалоб никаких не было, состояние здоровья. Она в обмороке была, мы только кое-как у них чувства. Ничего. Что беспокоит? Она не может ничего отменить. Успокойтесь. Тише. Мама. Все нормально. Нормально было все. Курточку снимайте. Да, я сын. Вас как зовут? Так, все, успокойтесь. Как зовут вас? Тихо. Что-то стояло. Нет, вообще, что я не делаю?
Задержание. Нет, меня послушайте, сейчас ее, вот такой есть. Дышим глубже. Все. Состояние шокового. Все, успокойтесь. Никаких болезней вообще не было. Рюмки, у меня целиканы еще какой-то. С водой, воды давали. Рукой вылетел. Она не может. Женщины, меня послушайте, мне давление вам не помнит. Расслабьтесь, дышите поглубже. Да. Сейчас время 12:52. Все, пошли. 25 сегодня октября 2015 года. Отлично. Я на вас сейчас оставляю.